друзья, всем привет. Едем на фестиваль экстрима. А нам еще ехать и ехать. Где-то около часа, а может быть полутора по объездной. Такие дела. Welcome to Club Show. DJ Light. Вообще жестко. Доехал до парка 300-летия, конечно, картина здесь вообще отличная. Прям по парку еду. Хотя здесь запрещено, правда, ездить. Только организаторам можно ездить на тачках по парку. Ну что, сейчас рыбаки выступают, сейчас будем заряжать новые трячки горячие, и так же горячие старые, будем раскатываться. Посмотри, сколько народу собралось. Ну все, я доехал, сейчас будем качать. Так, стандрайдеры здесь тоже. Так, это Saint Pride. Уже нарезаем. Это Львов Лайф, Диджей Лайт, тоже надо порезать. А так сейчас будем раскатываться, короче. Да, друзья, круто, крутой контест. Что скажешь вообще по поводу контеста? Огонь контест, надо звать такой. Жесткий как раз. Асфальт жесткий, поэтому многие профики не приехали, а так было очень круто. Вон, сейчас трюк сниму, смотрите. Хоп, не успел. Или успею? Что-нибудь сделает? Давай снимем этого парня. Что-то слабенько, да?
Что я сейчас скажу вообще? Контент в жестких условиях. Все нормально. Вроде неплохо откатал. Да, России неплохо, да. России неплохо. С каждым годом будет делать все круче и круче и круче. Что, блок? А? Блок. Там что за контент? Все, спасибо. Че, пойдем еще покатаем, маленько. А ты вообще уже жестче. Барсенапейки! Привет, Брайан. Мой подкаст. Йоу, Клэр! Ладно, все поставил. Давай, добирай, Клэр. Раз. Мы на фестивале экстрима, смотрите. Давай, у тебя еще есть время. Где подъехали? Е, добирай, Клэр, еще 10 секунд. Самое главное, крутить. Тимур в деле тоже. Welcome to Club Show. DJ Light. Я счастлив быть частью этой картины мира. Искать ответы на вопросы, которых нету. Все перед нами, надо чаще шевелить мозгами и прыгать за толпой, как медведи в камни. Жить яркими днями, долгими ночами. Я счастлив, что могу сказать спасибо своей маме, жене и сыну за то, что делают меня счастливым. Мой брат хип-хоп, со мной который год. Идет вперед, идет вперед. Меня прет провожать закат и встречать восход. Каждый новый день, он как поворот на магистрали жизни. А я люблю рулить, прибавив оборот. Да, я именно тот, кем я мечтал стать когда-то. Я не хочу что-то менять. Все как надо. Музыку громче. Эй, мечтай о лучшем. Эй, все сбудется в будущем. Эй, мечтай о лучшем. Эй, все сбудется в будущем. Так, ну что? Болею за тебя, тоже претендент на победу. Еее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 
останавливает ничего, ни дождь, ни ветер. Бэкфлип Барсин! Телвин Фотри! Посмотри, давай! Что такое? Едет, не ходит, едет, не ходит! Давай! Контактер блестяток зажигает по полной. И смотрите, больше на самом деле. Не на самом, я боялся, что он руку там... О май гад! Нога нормальная? Чё скажешь по поводу Красноперого? Стис, блядь, парень. Может. Но надо смотреть опасность. Я тебя прошу. Будьте осторожны. Это, конечно, Синяя выступает. Я посмотрю. Синяя девятка. Не снять кавалерий. Не снимать кавалерий. Не знаю. Где вы так видите самые коммуникаторы? Слышь? Смотри, Спасибо, Лаван.
красивая рыбальщика, завершающего нашего контестера по скейтборду. Итак, Ирина, сейчас снимаем полностью попытку, Макс, давай прямо опять на исходную свою, на штативчик свой. Итак, даже... Владимир, снимай, пожалуйста, подвиньте свой штат, снимай. Спасибо. Итак, Константин, да. Три, два, один, снимай. Давай. И Максим, зажигай, нормально. Хорош, смотри, ты меня не слышишь, опасно. Одну крайнюю. А видно, да? Ну так, да, нормально. Так, вторая попытка, Адрината. Ой, я знаю, ты снимаешь, да? Вань, снимаешь, да? Спи, а? А я же забегаю на день рождения. Спасибо большое. Сейчас я кого-нибудь попрошу поснимать. Ира, будь добра, иди сюда к нам, пожалуйста. Я у джамперов. Ирочка, ты поверить. Я сегодня не знаю. Я буду это видеть сам, как мой катер. Слышь, давай я тебе, у тебя меньше прижет. Шкурку, колеса тебе. Да, и вот еще трейлхед. Так, теперь нужно сделать фотографию. А, Саша, Сашечка. Саша, а, тут нет, все, да. Нужно сделать фотографию. Какое пятое место? Что у вас еще? Скилс. Как же это скилс-то? Скилс. И еще у нас есть. Что у нас еще есть? Так. Самосмотр уже. Да, у нас досталась фишка. Осталось только скилс. Сухарики, фишка тебе. За третье место. На. Такой мастер-класс просто невероятный, что он делает вообще? Очень красиво еще под музыку под эту вообще, прям идеально смотрится. Обалдеть, вот это парень. Спасибо! Это был миллион оборотов вокруг своей оси, и он даже не упал. Вот так вот. Ты идешь. Нырнешь? Да, только звезда надо это в бассейне, в море. Только звезда в море должна быть. Морская звезда. На пачке сухариков. Ладно. Очень красиво. А это катание. Хочешь на доске? Не, на доске не хочешь прокатиться по волнам? Серфинг. Какая разница? Друзья, ну вот что, закончился наш фестиваль экстрима. Надо двигать домой, делать дальше новые проекты. Здесь отличный такой вид. На Финский залив нельзя было не остановиться. Немножко погазовать. Ну что, погнали дальше?